Башня, значит, которая справа внизу, это башня этой Фреи зеленая. Туда едем, разъебываем. Что, Быстрее. зашел, что ли, там уже? Да, там трэш. О, на крипток подошел, можно Эрес Геру собирать. Он говорил, его не будет сегодня. Значит, это остальные там тут два разрушителя хватит примерно башню зеленую разбить. Эти башни никакие не надо трогать, вот эту всю залупу бить не надо, просто едем, убиваем мобов под ногами и уничтожаем зеленую башню, чтобы мобов не было и чтобы хп поменьше у босса было, потому что скилла не хватит у людей поддерживать на боссе стаков 10, чтобы они не спадали. Вот башня. Где она, блядь? А, дальше. Кто там на пассажирских местах у разрушителей? Садитесь, блядь. Можно сумон? Нет, мы не можем. Сейчас у нас бой в инсте. Летите в Ульдуар. Принял. Все летим сами. Я сам прилетел. Из К3. В грозовой гряде. В Как-то это точку. не серьезно. Точку Ульдуара. Чё не серьезно? Дай себе репатику Есть, сегодня лежите. попросил. Вот, значит, башня есть. Вот я в нее стреляю. Сейчас на свой разрушитель поставлю метку. Вот в нее надо стрелять. Как ее сломаем? Едем до комнаты с боссом. Все, она сломалась, уходим отсюда. Едем до босса. На эту хуйню не обращаем внимания, просто откидываем и все. Сядьте кто-то, сука, в звезду, блядь, и попритягивайте колчедан с потолка. И ускорьте машину, блядь, это пиздец, так долго нахуй. Анна, подожди, стой, стой, стой. А, у тебя уже тут Сверху бей, да. сверху бейте колчедан, вон он на полу, блядь, притягивайте, кто там у меня в звезде. Вот, притягивай эту хуйню. И сразу нажимаю ускорение. Ну, притягивай, ёбаный покос. Прием, выбери мышкой и притяни. Кто там сидит, блядь? ЭВС, бля, прием. Нажми крючок. Видно там у тебя, нет? Вот эту хуйню. Да. Блядь, ну давай, притяни уже, ну. Или что ты там? Просто так сел посидеть. Ой, блядь. Каково, блядь, это притягивать? Какой курчадан, блядь? Ну так выпрыгни, если ты не Ой, знаешь. бомжи, сука. Ты в машину сел, ты просто так в ней сесть посидел, ну, Я по КД сука. 1-2. Да какой 1-2, нахуй? Прочитай крючок, блядь, я тебя прошу. В этот. Сверху падают вот синяя банка, нахуй, видишь, блядь? Нахуя тогда сюда ходить, если вы, ну, нихуя не шарить? Ну, блядь, думаете, за вас будет 5 человек здесь работать, а вы будете просто сидеть, блядь? Вот синюю банку Да. мышкой нажми, блядь, и нажми крючок, кнопку. ЭВС, блядь. Слава богу, блядь. Теперь ускорение нажми. Вот, чтобы быстрее ехать. Красава. Вот это другое дело. А то, блядь, вы идете, вы за вас все все делают, и вы нихуя не делаете. Вот, не бейте тот трэш, который сзади. На эту хуйню на всю забейте. Вот, мобы стоят возле ворот, два больших, их надо убить. Все подъезжайте сюда, в комнату с боссом, и бейте их. Вот этих мобов, блядь. Разливайте лужи, поджигайте, откидывайте, блядь. Вот эти два больших Это моба надо он убить. есть? Нету, у нас бой в инсте. Летите в инст сами. Вот эти два моба, когда больших умрут, появится босс. Нужно будет вылезти из машины или выехать за ворота, и тогда все мобы это выедятся. И заедет босс. Большого еще дальнего вон разъебываем. Колчедан у него кидайте. Да вон, поехали, настакаем сюда, ну там есть. А машины любые брать? Сейчас, выезжайте из комнаты, сейчас этот моб умрет, босс будет заходить и все машины сломаются. Все, выезжаем с комнаты, ждем, сейчас машины сломаются, выезжайте все с комнаты, быстрее.
Быстрее с комнаты выйдите. Вот возле портала встаньте, где звезда. Кто там сначала едет? Так, притон тут есть. Ой, просто одно место осталось, да? Да, наверное. Сейчас, если в комнате... Не никакого места, там бомстилерово место. Все, это... Не садитесь пока. Притон или мифик, ставьте шкаф. Обои. Ну, значит, вот, значит вот, на Эвилашу... Вон, Эвилаша сзади, и вот на нем бой. Сядьте в машину, убейте мобов. Кто на нем? А вот у притона нет. Вон, бежит, бежит моб. Убить его надо. Ну, быстрее убейте его. Че, еще что-то бежит? Вилаша, что за хуйня за тобой бегает там? Криптолог. А, в пизду, блять. Ну бой, значит, пускай едут так, нахуй. Шагом, нахуй. Ностальгия, бой, блять. Кто на тебя идет? Посмотри. Я ебошу, блять. Ну вон мобы, блять, сзади идут. А нахуй ты идешь, ну, тут. Ай, блять. Пизду, нахуй. Я типа тебя настилирую. Вот мобы большие, убейте, мобы бегут. Заебали, блядь. Спасибо. Пожалуйста, солнышко. Не знаю, нахуй, откуда бой, блядь. Короче, я в рот ебал это говно, нахуй. Садитесь в разрушители, блядь, по два человека. И в осадные по два. Все, кто здесь есть, быстрее. Да сейчас уже подлетаю, подожди. Блядь, садитесь и заезжайте в комнату. Вот у меня никого нету, нахуй. В разрушители, блядь. Погоди, Борябай, погоди. Все. Настакай сразу вот тут, а видишь? Есть вот этот. Сверху колчедан разбивайте. Кто там, осадка еще или что? Разрушитель, заезжай в комнату. Крипток, сюда заезжай. У всех разрушителей должны быть два пассажира. Так, я не знаю, будет там скинулся, нет. Фульдринг, ты где? Кому садиться? У кого место есть осадки? Второе. Если нет места, в чоппер садись. Сзади чоппер за колонной стоит, иди садись. По танкам. Чё, сел? Сел, сел. Все, пошли хуярить. Значит, этот... На счёт три начинаем. Раз, два, три. Все, 10 стаков набрать синей кнопкой, второй разрушитель, и держать. Понятно. Поддерживать, чтобы стаки с босса не спали. Колчедан на 25, обновляй колчедан топа, блять, ну проебемся так. Так ты далеко стоишь от этих всех. Так а раньше он был здесь, где ты, ну притягивай, блять, вот они. Ну притягивай, ну пиздец, выбери мышкой, да, блять, притягивай его, блять, не работает. Ай, блядь, пизда нахуй. Ну, а давайте хули просто поездим. Вот этот спереди тянешь, и второй сразу тяни. Один тяни, и второй тяни. Еще тяни. Ускорялку еще обновляй, и еще тяни. Так, надо съебывать отсюда. Вон за огнем еще тяни. А, у нас 50. Перед боссом вон притяни. Вон у нас 10, видишь? Вот у стены тяни. Тяни, тяни. Ну топа, блядь. Стаки, блядь, в это проебался. А там сейчас уже добьют. Все, нету колчедана.
Вон он выпал. Да, возьмите он. Топа, ну ты притянешь? Нет, ну вот он справа. Вау-вау. Чё? Аэроформулу чар можно? Там отведение удара. Сейчас. А чё, герка у льда после Нового года выйдет? Наверное, у нас еще год только выйдет. Через год. После Нового года. Нет, она после Т5 выйдет. После чего? Наверное, после Т5. А Т5 когда? После Нового года. Ёбана. И где он у дропаса, кто не знает вообще? В Анге сидит. Сука. Все сошлось к тому, что все после Нового года. Пиздец, катан Т4 не успели нихуя починить, уже Т5 выходит. Вы че, блядь? А че у нас слот пустой, блядь? Кто-то был же в институтах. Мардаунт. Плюсовал в гильде. Ну сейчас доедем. На робота едем. А че, боковых не будем? Не, потом. Другой раз как-нибудь. Если завтра РСК не соберется. Я вообще хуею, да, ребята, с вас. Мобов бьем, куда вы побежали? Он мордан плюсует, возьми. Хорош. Готовьтесь, каст. А, нахуй надо, да? Шкаф. Уже в инс прилететь не хотят люди, блядь. Это проносится вся эта хуйня полтора часа, все 13 боссов. То, что мы тут так дрочим, это только проблема в том, что никто сюда лететь не хочет. И на машинках ездить не умеют люди, читать способности не получается. Бенсилер, ты тут? Я тебе сумон дал. Пизду, блядь, пошли хуярить. Это не тот инс, где, блядь, надо стоять по 5 часов, как в целка, блядь. Сердце зергаем, геру запускаем. В смысле, не эту геру, блять, а босса в героический режим, блять. Нас ебут. Ебут нас. А мы крепчать. Искру бьем. Трол Д, выйди с рейда. Бидон.
Далеко не надо только. Далеко только с черной меткой. Миф. Финик не договариваешь. Рано отпускает кнопку. Скру добить. Эвилаж. Она исчезла нормально. Так, сразу на рукастого пойдем. Куда ты, пацан? Вестибюль. Да, на выбор потыкай там, можешь куда-нибудь это, портанешься. Фу. Узнаешь какие-нибудь это интересные там подробности. Метки на полу, у них нельзя вставать, если что. Метку зашли. Просто. Бичи, блядь. Бежали прям метку, зашли сюда. Не держите. Хули вы разлеглись, блядь. Вставайте, портуйтесь сюда. Ты паук в начале. Один краску обновить по себе. Спасибо. Так, короче, тактика бить по боссу, руки не трогать, чтобы осколки не надо было заливать. А где там остальные? Криптолк вылетел. А не, уже зашел. Убежал с РТ. Репорт. Лесса он, наверное, релогает. Напомни, когда ты за голду и подаешь? Какой день недели? Да, ну, в какой пришлешь? А ты присылал?
Да. Ну, я накидывал. Нет. Он может, пока ты его офлайн тебе накинуть, ты даже, да, блядь, и не узнаешь, по сути. Да, у меня-то ИП видно. Вчерашнего 6 косарей удали, и все, вот 18 будет осталось. Ладно, давай тогда я свой журнал проверю. Опа, а, все. Так. Это у нас за ЦЛК. Это у нас ТТГ. РСК. Так, хулюк, хули ДЦ, вклад. Так. Вот делаю скриншот. Значит, дата 01.12.2022. Ивест, вклад косарь. Скидываю куда-нибудь. Вчера вкидывал, по-моему. Вот, смотри скрин. Во влудилочке вижу, но... Первое число — это четверг. То есть на этом КД ты уже 500 получил. ПС зайдет там, нет? Просто можно всех меценатов пальнуть. Ну, я записываю же в объявление, кому я накинул. Вон список. Инвесторы чисто. Ладно, без ПС пульнем. Или учет. 5, 4, 3, 2, 1. Угу. Ага. Злобные ресы. А где он? Вниз, что ли, спрыгнул? Понятно. Да, улетел вниз. Дальше, чем надо. Руку подбейте там людей, чтобы выпустить. Только когда выпустит, он сразу стопайте. Все, стопайте по ней. Ну не хуярьте, но... Боссы, хуярьте туловище чисто. Зачем тело покидаете? Руку подбейте. В принципе, и ту руку уже можете бить. Сейчас босс сдохнет уже скоро. И левую руку, которая справа висит, зергните. А все, сейчас уже одну убьешь, сдохнет. Ну или ачивкой с распростертыми объятиями просто туловище залить. Это мы все? Убили? А чё, мы? Так, бабу сейчас захуярим. Станьте... Я почему Славой спрашивал про КД? Какое, раз в неделю же, правильно, выдают? Да. Да. Встаньте за стенку вот, здесь. По каким дням? Не по каким. Как новая КД приходит, скидываешь, и он в тот же день тебе накидывает. Ну, это по четвергам. Новая КД, да, по четвергам. Ну, блядь, ну, я же не робот накидывать по каким-то дням, блядь. Вот как я зайду, получу, открою почту, тогда и накину. Что еще? Ну, как можно это не понимать? Если ты скинул в пятницу, закину в пятницу. Если скинул в среду, закину в четверг уже. Если скинул сегодня на следующее КД, то накину в среду, когда скину этот, как он называется, и ПГП. Вставайте. ПС все ушел.
Кажется, да. Давно уже. Криптолк, где? Значит, им Японию нужно. Так, стойте там. Ты, короче, этот Роги напуливайте на Вилашу этих. Блять, эта курва ушла, сука. Пошли ходора ебанем тогда. Пошли в ледяной туннель. Кто сагрит этих, эти, как они называются? Сугробы. Сугробы. Тут пидор. Я сразу распускаю рейд. Опа. Блять, ошибка. Ошибка. Она. Я тоже. Она, кстати. Пальники уже всем набили. Бля, ошибка вылетела. Ошибка, ну, на этом бе вылетает. Надо убить его быстрее. Чем ошибка вылетит? Да. А если она с пула вылетает? Ну, заходить, значит, и бить. Вот я зашел. Добивайте быстрее. Он. Когда прыгает, он ошибку выдает. Все, моба добились, заходите. В это, на снег не вставайте. На сугробы, на вот эти не вставайте. О, а что это за сугроб? Подбегайте все сюда. Чего вы там стали? Не могу убить. Я вот мифик зашел, у меня она неизвестна, и я трупом положил. Ну, сейчас прогрузится. Ну да, вот иду. Да. Мобов забери. Какой-то даун, блядь, по сугробу прошел, да? А я видел, кто это был. Давай, кто это был? Эвест. В смысле, Эвест, блядь. По железу по этому ебучему прошел, какой вес нахуй? Так, ты рядом прошел к этому сугробу, он активировался. Не по нему же ты прошел, но рядом очень. Так рядом это не по нему называется. Ну ты. Ну ты его активировал же? Активировать. Сказали по сугробу не ходить, по сугробу не пошел, пошел по железу, блядь. Какой, что проблема, блядь? Чё ты так кричишь? Будьте на позитиве. Да не, не, просто, знаешь, подожди, знаешь, как это звучало? А я знаю, кто это был. А это он пальчиком потыкал на него. А это он. Ладно, очень охуенно вас слушать. Идем по левой стене, моба большого не агрим. Этот сугроб активируем и идем дальше. Вот сюда проходим со звездой. Главное, большого моба не сагрите, иначе ошибка будет. И сюда до двери доходим, здесь заливаем загробника. Согрею лимобом. Ну чё это, блядь, такое? Где еще ползут мобы лойд. Один вроде остался вот этот. Я шо, опять она выкинула. Фу, сука, чмошники конченые. Как они меня кумают, сука. Только прогрузился, сука, опять выкинула. Ну, петух шары. Вот, блядь, зла не хватает. Да я шо, так просто сижу тут. А я бы сказал, бы кто мобы сагрил. Ебанишка. Это пиздец, это до конца рейда будет. Так а нахуй так, блядь, вообще двигаться. Общий коллектив, надо друг друга поддерживать, а наоборот, там, подсказывать, рассказывать, говорить. Прикрывать. Не так вот, блядь, выделяться из толпы. Правильно, правильно. Но он в совке жил. Тормозит, что ли? Танкист. Этот, кто там, Шектор, ты заходишь в инс, нет? Да, ну, спасибо. Да нет, сейчас там иногда, спасибо. Заходи там, Шектор, в инс, мы тебя суманем. Ты где там?
Кружусь. Второй раз уже. Вы это не вместе. Не один я такой. Да нет, мобы просто этого большого сагрили, они, видимо, давай, кончай уже. А тебя что ли, блять, а? Тихо. Тихо. Как маленький ребенок начал, блядь. А ты-то зачем заводишь сейчас? Надо, еще раз 10 скажи это, блядь. Не надо ничего заводить. Просто это помолчите, вы выдохните, вдохните. Сейчас Шектора сумнем. Может быть, осколок выбьем. Еще пожарника надо сделать, пойти. Бабу эту ебанем, пожарника попробуем. И разойдемся. Сильно долго тут не будем сидеть, а то мозги уже закипают. Как бы ничего, что это Хадир, это ж чувак, а не баба. Баба. Другую бабу после него уже, которая в коридоре ходит. Которая в коридоре ходит после него, ебанем. А шатница, что ли? Да, и именно ее. Твоя кошка? Сейчас сунуть. Тыкните. Тут надо постоянно двигаться на этом боссе, как будто вы с фиолетовой меткой на собаке. Прыгать, двигаться. Выходить сосулек. Такие в яме Сарана есть, если кто знает. Вот рыба. Где рыба? Вот она. Проверка. Сначала надо залить вот эти метки будут. После них уже босса бить. Вот. И это. Пошли. Метки заливаем. Босс сразу запускается, как только начнем рубить. Все, верим. Все только метки бьем. Вот поставил две, вот кто вы ешьте. Метки и вот эту крайнюю тоже разбейте. Все, из глыбы выходим. Постоянно бегаем. Появится грозовая туча, в нее надо сбежаться, в столб света встать, чтобы увеличить скорость атаки. И на костерок встают те, кто его видят. Вон костер там появился на полу. Mass Dispel. В луч света встаем, он увеличит скорость атаки. Давайте Геру. Фулл ДПС. Он в тучу сбегитесь, она крит дает. Лучи света еще стоят. У них скорость увеличивается. Просто разъебываем. А что за хуйня? Да они тоже, блядь, Сирус сделали, да? Вот вроде эти ебаные осколки нужны хилам, блядь, а весь рейд вынужден в этот лоу инст ходить, нахуй. Не, ну базара мало надо, да? Вроде он будет потом в героическом варианте этот инст. Ну да, но опять же, блядь, это когда будет? Я поэтому и спросил в начале рейда, думаю, когда он будет-то, блядь? Так-то в инсте нихуя сложного нету, ну инст пиздец. Ну лучше, знаешь, его сейчас посещать, подучиваться, чтобы потом Геру приходить, оно, конечно, там все посерьезнее будет, но... В разы, мне кажется, есть. Очень в разы, потому что здесь, блядь, какой там, 200-й, да, 232-й левел, а там, блядь, 200-й. Элементарно просто тактики выучить, чтобы хотя бы понимать, когда надо влево, когда надо вправо, когда вообще надо просто постоять. Мне кажется, это вообще будет супер кардинально разная хуйня. Нет, тактика там остается та же самая, только хп и урон увеличится. Пошли бабу ебанем. Осколок ГЦ. Сколько у тебя? 3? Я хуй знаю. Да, вроде да. Да, 3. А сколько собирают их? 30, 25, 30. И все это все, что нужно для Волонира? Да. Каких-то 30, а у него целых 3. Ну так эти 30 падают. А тут просто да, заебало бегать, а? Вообще, нахуй. Тут за рейд, я так понял, осколка 2, да, будет, блядь? 2-3, нахуй. Ну, это 2-3, это успешно будет, а так может и один не вышел. Да, 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 ну, 6 падало, и 8 падало. Надо просто все хэмы делать. А чтобы хэмы делать, надо тактику знать. Это, встаньте вот тут за стенку, вот к этой мусорке, вон, блядь, за стенку, ну, там.
Ну, он в прошлый раз, когда мы ходили до этого, до юга дошли, блядь, один осколок всего. Ну, я был, по-моему, тогда, да, один упал. Просто там шанс маленький, когда обычного босса бьешь, а когда хрем делаешь, там шанс побольше. Ну так мы тогда только пожарника не сделали. Сейчас все три роги напуливайте на, ну не знаю, на войда напуливайте. Готовь там по мне зубы с пула, чтобы эти собаки не разъебали. Ну и это. Вилаша тоже на войда напуливайте. Короче, я с пула не зыбку отдам, а ты Вилаша там как уже настакаешь там секунд через 10. И таунтис мелких четырех... Короче, все уешь от мелких четырех мобов под ногами босса. Только смотрите... Зубы тебе дам. Только это... Давай после незыбки зубы. Сейчас незыбка секунд 10 с пула еще будет. Хотя сейчас... Мобов в приоры или залить через босса? Мобов в приоре, только ждите, когда на пул сработает. О, блять, босс пошел уже. Так, незыбку дал, сейчас пока зубы не надо. На пола что ли не было, что-то могу понять. Было. Уешьте. Все, теперь просто стоим под ебалом босса. Так, ну Мэтт Фокс срез и этого Эвеста. А, она тут упадет мне быстро. Так, вот тут надо каз сбить. Вот этот каз надо сбить. Все, дальше под ебалом встаем опять. Короче, собаку бить не будем. Просто Вилаша ее потаунтишь. Добьем босса уже. Берегитесь. Так, вот излучай, сейчас собака выйдет, заберешь ее, все остальные по боссу играем. Она может пару человек шотнет, но... Вон, Валентайз на себя какие-то там крылья какие-то или зубы там, дотка на тебя повешалась. Все, каст вот этот сбейте только. Сбейте, ну ебаный в рот. Все, байк. Подъебало, встаем обратно к боссу, повернул. Добивай босса. Главное собаку по КД-то унти. Ее заливать не надо. Она будет прыгать так, по КД у нее обилка. Так. Оу. Давай плечики. Бля, да, плечи. Не, ну зеленые красивее вроде. Плечи. Да, такие же есть. Плечи, да. Плечи, да. Плечижные. Че, это кому надо? Полидринку на трансмог. Да, упал. Только не кольчужные. Как ты сможешь. Так, пошли посмотрим, что там у нас портал открылся. В искру воображения нет. Да тут напало красивый сет. Так он сразу вроде в искру вооружения был. Сейчас посмотрим. Ну, бабу заебашить, чтобы она не мешала. Вон, в искру воображения портуемся. Вот где голова, это, моба, который с руками. И спускаемся вниз. Где? Не вижу. Где? Где мы убили моба с двумя руками. Там. Босса. Где там мы Калагарна есть... убили? Да, ровно идем. Троих не знаю, ну, если и пойдем, может не сегодня. Слава. Чё? Арен, на Мимиру найдем? Да. Ну конечно. Оксимирон? Нет, он Оксимирон. Он просто Мимирон. Не надо вот это. Оскорблять босса. Оксимирон. Это МФУшка, ёбаный рот. Трактор белорусский. Да, это белорусский трактор. Короче, пожарника. Да, да. Значит, идем на ту сторону. Только кнопку, сука, никто не тыкайте, иначе сразу, ну, ливну, блядь, отсюда. Значит, поделимся на две пачки. Вот. Со звезды там в углу и с вот там с кружка. Значит, давай звезду Шектор, Валентас и Мэтт Фокс, а в кружок идеи Бидон и Вест. Так,
Значит, первая пати звезду и третья пати звезду, а вторая пати и четвертая в кружок идите. А где остальные? Геншин, Шелфир. Пару раз пульнем, посмотрим, что получается. Где Геншин? Да, третья пати идет. Сейчас, это, подожди. Звезду. Суманите его, где там? Пикните на шкаф. Милики, кто не знает, как бить, не бейте босса. Смотрите, как бьют другие сначала. Понял, хорошо. Ты-то должен знать, как бить. Все, приготовьтесь. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас, когда пустится огонь, из огня сразу выходим, выпрыгиваем. В огне стоять нельзя, он убивает. И огонь будет идти за вами. Смотрите, его надо это кайтить. Отсюда начну двигаться в сторону входа. Так, милики, готовьтесь. Мины вот раскидал, которые я похлопаю. Лучше танку и хлопать. Готовьтесь сейчас отбегать. Отбегите уже, милики. Лучше, на всякий случай. Все, дальше бьем. Бомжи, блядь. Да не, нехуй тут ловить, вы не понимаете нихуя, блядь. А вот этот дебаф, когда ловишь, его прохиливает или что сделает? Вот мины выпали, смотрите, не наступите на них. И готовьтесь сейчас отбегать, еще будет шоковый удар. Все, отбегаем. Так, сейчас будет этот... Сука, я забыл же, он же тушит всю комнату, этот петух. А мы его залили. Я понял, блядь. Пошли, зайдем в огонь. Все в огонь зайдите, сдохнем, заново начнем. Сейчас он раздует частично. Не, ну он только под собой раздует. Надо, чтобы этот утюг потушил все. Зайдите в огонь, хули вы прыгаете. Быстрее, инс, чтобы... И в инс не заходите. Ну быстрее, блядь. Ни дивана, ничего тут не кидается. Сдохните быстрее. Сними эту хуйню. Сдохните. Мэтт Фокс. Сними диван. Мэтт Фокс. Пикай его нахер. Все, теперь заходим в инст. Внизу есть портал. Как бичи с пула не дохните, еще раз повторю. Если вы не понимаете, стойте в стороне, сука. Не делайте ничего, блять. Посмотрите сначала. А вот этот заряд напалма, его прохиливать должны? Его прохиливать должны, да. Вот, значит, не прохилили, это раз. А во-вторых, просто не бегайте так слишком далеко. Вот, блин, вы разбегаетесь от этого огня вообще за километр. Почти двигайте. Ну там как делается? Каз сделал, шагнул. Ну да, а то, блин, бегут вот так, я не знаю, ну очень далеко, так не надо делать. А вот этот заряд напалма... Он кидается в одного человека. Если вокруг него стоят 10 человек, они все получат эту хуйню. Это никто не захилит уже. Чтобы этот заряд не кидался в 5 человек, нужно стоять на рендже. Там 6 метров, по-моему, или 8. От друг друга, правильно? Друг от друга, да. Где Шелфир? Шелфир, ты где там? Опа, ставьте шкаф с умнем. Ну тыкните, ёбаный покос. Алло, блять. А так всегда. Че, ешь рыбу? Остальные пошли по точкам по своим.
Задача не сдохнуть. Сейчас будем стопать дамаг по этому пидору, чтобы он потушить успел. Да, он тут. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас огонь первый кинется, выходим с него. Нахуя ты возле кнопки стоял? Привет всем. Че, убили? Нет. Этого? Пока что бьем. Вон там. Ну, вы бомбы-то смотрите, хулидрин, блядь. Ну, ты, ну, ебать. Злобный рез его. Я отходил, и как раз он в этот момент кинул. Я от пламени отходил. Смотрите, милики, он кидает бомбы. Резнули тебя? Нет. А, у него КД. Все, стоп, дамаг, отошли от босса. Ушли отсюда. Милики, сейчас откатит. Уйдите, он тебя реснет. Уйдите отсюда. Мины повзрываю. Нужно, чтобы он потушил комнату. Сейчас у него будет тушилка. Потом уже его добьем. Пока не переводите. Так, сейчас шоковый удар отходим. Не бейте босса. Сейчас он потушит через 5 секунд. Вот теперь добиваем его. Паладин, дайте каску по себе. Все, сейчас, короче, ну тут ДПС у нас дохуя, должно хватить зергануть его. Сейчас вылезет пушка, ее просто все прожимки отдаем. Это РДД главное. Чтоб перед мордой у вас ракеты были. Короче, просто зергаем. И на полу красные метки будут, если что, там ракета прилетит. Там миллион урона, с них надо выбежать. Давайте, сейчас пушка активируется, фулл ДПС по ней. Заебал, ну где он, блядь? Ай, блядь, да, он, сука, так долго запускается, пиздец. Хуярим, фулл дебурсты отдали. А помните, рассоситесь. Сейчас смотрите, выкинется бомба из него, оттуда отходим. Отходим от синего шара на другую сторону, на противоположную. Весь рейд, синий шар в огне, уходим оттуда. Они стоят, им похуй, смотри. Сейчас она взорвется на полкомнаты. Вот, Геншин, Шалфир, Бенстиллер, бичи, блядь. Красная метка на полу, вышли с нее. Пизда нахуй вообще, блядь. Ну конечно, стоять. За спину. Да тут нехуй даже играть, нахуй, ты чё, это ж пиздец. Заходите в огонь. Заходите в огонь, быстрее, заходите в огонь, ну слышно, нет. Алло, блядь, сейчас еще трай даем и все, нахуй, хватит. В огонь, заходите быстрее, вздыхайте, все, портуемся. Чё, блядь, инс для 230-х, блядь, как дела там, нахуй? Тут нехуй бить, блядь, разуйте глаза, сука, еще раз говорю, блядь. Если вы не знаете что-то здесь, то постойте, сука, покурите, блядь. Ну я же говорю, что делать, блядь. Трое стоят, нахуй, Макс, блинком, эти с тучками, нахуй, стоят в ледяной бомбе, нахуй. Но она на пол комнаты взрывается, на треть, блядь. Да она, ебать, там за спиной была вообще. Так стопните свой ебучий дамаг, блядь, и посмотрите, что вас просят сделать, нахуй. Босс упадет легко, нахуй. Хорошо. Почему вы такие невменяемые, нахуй? Я хуею с вас, блядь. Вот нравится слушать говно всякое. Я понимаю, что вы тут не были, но, сука, лучше послушайте и сделайте с первого трая все нормально. Все, с меня кабан, давайте. Кабан, блядь. Лучше прохиливать. Что это за хуйня, хурюк, нахуй? О. Вы что, занимаетесь хуйней, блядь?
Ты сейчас на бомбе, что ли, сдох? Да, я отвернулся. Ну нахуя? Чтобы время потянуть. Время не дохуя, что ли? Да, раньше нельзя было щитом дать. Ребят, давайте собрались, все. Камеру отдаляю. Буребай. Дай таймер. Все стойте в звезде и в кружке, блядь. Когда лужа выйдет, это, кинется первая, выпрыгиваем с нее. Ясно, блядь. Как на лече чисто. Кто вы разбежались? Имейте в виду, сейчас он кинет мины, нахуй. Милики, не взорвитесь на них, нахуй. Захиливайте людей с дебафом. Ну, Вадикона, вы хилить будете или что, нахуй? Пять лбов, блядь. Отбегаем. Захиливайте, хилы себя, блядь. Ну. Все, милики, уйдите, сейчас РДД уже добьют. Уйдите отсюда, пизду. Бидон, ну за... Да ебаный в рот, вообще бомжи какие-то, нахуй. Будем. Пиздец, я хуею. Мэтфок, срезай бидона, блядь. Вы что, хилы, вообще дрочите хуи или что, нахуй? Или не видно, что ХП у людей тратится? Отойдите от мины. Не. Стоп урон, пожалуйста. Не бейте босса. Отбегаем. Да в пизду, вы дохните, как я хуй пойми, нахуй. Ну, не бейте. Теперь переводим. Не, пизду, нахуй надо эту хуйню. Ну, ни хилы не хилят нихуя. Нахуй надо, блять. Так какой хилить, они в бомбу залетают. Ну, блядь, чё там хилить? Ну, а бидон нахуй, чё? А он просто взял под этим, под боссом сдох где-то, блядь. Да нет, чё, тут... БРТ-то да, и всё. Нехуй тут делать. Кого БРТ? Чё, тут БРТ бесконечные. Тут не все, тут просто банально так. Нахуй. В лужах не стоять, блядь, стоят. Нахуй надо. В мину не заходить заходит. Ну, блядь, ёпта. Пизду эту хуйню. Я на X5 это говно проходил. Вот, бидон стоит в луже, похуй. Вообще. 213 смотрим, блядь. Все, хватит. Заебала эта хуйня. В другой раз как-нибудь ходим. Тут банально.